служили во благо великой страны. И все чаще друзей покрывают седины, и все реже друзьям о войне снятся сны. Время выбрало нас, нам страна поручила путь по тропам пройти. Время выбрало нас, время выбрало нас, жизнь любить научила. Время выбрало, выбрало, выбрало нас. Разделили на разные страны, пусть мы так далеко друг от друга живем. Никогда не стареют душой ветераны, и опять эту песню мы вместе споем. Время выбрало нас, нам страна поручила путь по тропам пройти. Время выбрало нас, время выбрало нас, жизнь любить научила. Время выбрало, выбрало, выбрало нас. Мы собрались на слет участников боевых действий и фестиваль «Время выбрало нас». Он у нас является официально пятым. Очень приятно, что на нашем мероприятии, на нашем слете принимает участие молодое подрастающее поколение. Вот, ветераны уже приезжают с внуками, с детьми. Это уже говорит о том, что наша память... Вот она остается с нами, но мы эту память передаем нашим детям. И те, кто люди находятся на поляне, они тоже видят наше отношение к нашим ребятам, ради которых мы живем. Ради тех, которые не могут уже стать 40-летними, 50-летними, а остались навечно молодыми, 18-летними. Это наша память, это наша боль, это наша гордость, это наша... Время выбрало, выбрало, выбрало нас. Нам страна поручила путь по тропам пройти. Время выбрало нас, время выбрало нас, жизнь любить научила. Время выбрало, выбрало, выбрало нас. Время выбрало, выбрало, выбрало нас. Время выбрало, выбрало, выбрало нас. Я являюсь руководителем Воронежского отделения ветеранов боевых действий «Боевое братство». Прибыл на слет 8 числа, попал на открытие. С первого же дня был впечатлен тем, что происходит на этом уровне. Организаторам огромная благодарность за то, что смогли, честно говоря, даже удивить некоторыми моментами, такими как прыжки из парашютов. Само открытие впечатлило достаточно сильно. Общение. Первое, то, ради чего стоит сюда ехать. Конечно же, прекрасная музыка, отличная кухня, шикарное море. В принципе, я думаю, все остались довольны. Я, по крайней мере, просто, честно говоря, был удивлен и поражен. Наталья, ну-ка быстро по-военному, как ты это умеешь. Твое мнение о слете? Слет замечательный, место прекрасное. И будет очень жаль, если что-то изменится в этом отношении. Очень большая география этого слета. Люди отовсюду, со всех стран бывшего СНГ приехали. Это очень радостно и приятно. Так, рассказывайте, сколько лет вы здесь встречаетесь? Три года. Третий год. Ясно. Ну, уже как лучшие подружаки. Да. На следующий год уже почти родные будете. Да, мы и так уже. Мы готовы принять всех в Крым, чтобы здесь люди приехали, отдохнули, чтобы могли встретиться с друзьями, чтобы могли пообщаться. Вот, и в то же время послушать творческих людей, вот, вспомнить былые времена, когда они были на боевых позициях, в боевых делах, там, в боевых операциях, и пообщаться между собой, прежде всего. Это один из факторов. А второй фактор, и немаловажный, а может быть даже первостепенный, это приобщение людей к патриотизму. Приобщение детей к патриотизму. Время выбрало нас, нам страна поручила путь по тропам пройти. Время выбрало нас, жизнь любить научила. Время выбрало.
июля 2022 года состоится 7-й фестиваль патриотической песни и слет участников боевых действий. До новых встреч. Спасибо вам большое.